Общественная палата Тверской области, 16 региональных общественных организаций и объединение региона подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Наш корреспондент побывал на подписании документа. Накануне президент Владимир Путин в обращении к гражданам России сообщил о переносе сроков общероссийского голосования с 22 апреля на другую дату. Это решение принято в комплексе с другими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Перенос сроком общероссийского голосования не отменяет задачу по его подготовке, в том числе по формированию пула общественных наблюдателей, отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов. Мы все откликнулись на призыв президента, мы все дали какие-то свои предложения, мы проводили общественные слушания, и эта работа теперь будет продолжаться. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обеспечить общественное наблюдение за ходом голосования. Главная цель общественного наблюдения – это обеспечить максимальную легитимность избирательного процесса, чтобы никто после этих выборов нам не сказал, не сделал никаких упреков, что что-то было не так. В настоящее время свое согласие на совместную работу по подбору, обучению и консультированию общественных наблюдателей выразили 40 структур гражданского общества. Представители 16 самых крупных из них присутствовали на церемонии подписания соглашения. В их числе региональная организация содействия защите прав женщин «Женская ассамблея», региональное отделение Ассоциации юристов России, Федерация тверских профсоюзов и Тверская областная общественная организация ветеранов войны. Люди нашей организации объединяет очень большое количество, прежде всего, заслуженных людей, людей с активной жизненной позицией, людей с высокой такой долей социальной ответственности, которые уже дали свое желание принять участие в наблюдательных комиссиях. Они очень скрупулезно вникают в то дело, за которое они несут ответственность, и поэтому здесь не может быть каких-то таких кривотолков, каких-то там инсинуаций. Они очень честные, принципиальные, и, как правило, это, как мы всегда говорим, честь и совесть и гордость нашего времени, нашей страны. Кроме того, Общественная палата России опубликовала положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, а также кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского голосования.